В этом видеоролике вы увидите некоторые особенности точки А, связанные с нападением и защитой. В общем, особенностью этой точки является то, что при атаке с двух сторон, если одновременно откинуть правильно флеш, то точка практически вся будет слепая, то есть нету места, где можно будет спрятаться. Вот первый момент, это когда откидывается свет с длины, слепнет игрок, который защищает длину, то есть КТ, который дефенсит длину. И получается так, что вот ему приходится отворачиваться, и пока он отворачивается, в это время продвигается атака по длине. И одновременно с другой стороны, с парапета, откидывается свет так, чтобы оставшаяся часть точки также была ослеплена. То есть и длина, и парапет практически попадают под две световые гранаты. Вот мы видим, где слепнут игроки. И вот буквально с этих двух сторон начинается атака. И, естественно, контрам отбиваться против двух сторон нападения практически нереально. Поэтому контры в начале раунда обычно укрепляют одну из позиций. Это либо длина, как показано, либо парапет. Вот. Это делается для того, чтобы в раунде не дать террорам укрепиться с двух направлений и грамотно провести атаку. Вот такие вот особенности, связанные с точкой А на карте DAS2.